Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Ребята, в прошлом эпизоде мы вроде сделали себе продавцов, да? Но вот сейчас немного я тут понастраивал, ребята, чтобы более-менее так казалось дом, да? Ну, в принципе, крышу я уже наконец доделал, а то она была как бы наполовину, да, сделана. Ну, сверху такую, как бы, сделал, ну, по приколу. Так. Рисунок, чтобы вот так на карте было видно. Тут немного так фонарей наставил, да, чтобы ночью красиво было и видно. А ну сейчас, если шейдеры включить. Нет, если шейдеры, то не вообще что-то свет как-то не ловят. Фиг я узнать почему. Может шейдеры такие. Во, ну так более-менее, но и так не очень. Может другие шейдеры потом скачаю или фиг его знает. Так, ладно, давайте вот так. Вот так, в принципе, тоже красиво. Тут я сбоку сделал такое небольшое озерко, да, с деревом и как бы лавочкой, что-то такое. Тут, ну, фонари наставил, да, чтобы было видно. Тут уже дорогу немножко сделал. Тут как бы такой сад небольшой. Тоже лавочки такое посередине, деревья. Ну, в принципе, достроил я уже наконец-то вот этот дом. Как бы уже достроенный, второй этаж, да. Ну, как бы, чтобы город более-менее, да, нормальным так казался. И, ребята, хочу вас спросить, попросить, кидайте свои идейки, что я еще могу построить в этом городе. Вот, например, тут эту часть я уже застроил, да? Вот что мне строить вот тут, справа. Может еще какие-то жилые дома, да, потом жители вот сюда поперемещать, или какие-то фермы, или, например, тут порт можно будет сделать, как бы, для... для кораблей, да? Ну, что такое, как бы. Если имеете желание, если имеете идеи, ребята, то пишите, да. Так, вот он. Сейчас, у меня еще гейммод включен, так как мне нужно еще пару вещей сделать. Ух, опять вот это. Так. Давайте сначала вот это все поставим в компьютер. Ну, какие компьютер? В сундуки. И потом, ребята, еще действительно, я забыл еще алтари сделать в магазине, как бы, чтобы они продавались, да? Но вот я не знаю, какую цену им сделать, так как алтари, можно считать, один алтарь, это получается уже один легендарный покемон, да? И если считать так, то, в принципе, за одного легендарного покемона и нормально так нужно заплатить, мне кажется. Давайте сейчас посмотрим. Идем в этот магазин. Так, сейчас. Вот действительно, вот это нужно убрать. Где оно? Вот оно. Так, NPS. Трейд. Вот действительно. По одному покеболу, не по два. Так как у нас уже тот магазин есть, да, поэтому вот так. Сейчас. Вот так. Отлично. Это все мы ложим вот сюда. Обратно. Так. Ух, давай уже. Так. И алтари за какую цену мы поставим, ребята? 64 алмаза, как бы, тут максимум получается. Или можно больше поставить? Например, вот так. Нет, только 64. И как нам это сделать?
Фиг его знает, если честно, ребята, как мы это сделаем. Вот действительно говорили еще цену за Раркенди, давайте на один албаз больше поставим. Или сейчас. Пускай будет 3 алмаза. У нас будут 5. То было один алмаз 3 штуки, сейчас 3 алмаза 5 штук. Так, ну пускай будет вот так, да. Сейчас, ребята, чтобы отсюда убрать, давайте уберем экспешер, нафиг нам он не нужен уже, так как уже есть нормально так экспешера вот этого всего. Вот алтари реально, ребята, сейчас где у нас алтари? Где-то они вот тут должны быть, да? Вот тут. Да, вот они алтари. 64 алмаза один алтарь будет стоить. Это, мне кажется, слишком как-то мало. Хотя. Нет, пускай у нас будет один алтарь, ребята. Сейчас, давайте. Так, где у нас, где у нас, где у нас, где у нас вот. А где ты? Ты чё, сейчас. А, вот табличка, я ее ищу. Вот, давайте поставим вот тут. Один. По-русски нет. Ладно. Один алтарь. 200. Один алтарь, 200 диамантов. То бишь приходишь сюда, там даешь 200 диамантов, и он тебе дает один алтарь, да. Так как сюда 200 диамантов ты никак не засунешь. Алмазов. Поэтому. Че, какой еще редпак? Я что, купил случайно или что? Нет. Так. Отлично. В принципе, все, ребята. Сейчас, я думаю, уже можно выключать гейммод и просто-напросто продолжить. Сейчас уже как бы собирать алмазы, да, можно и так сказать, так как сейчас мы будем продавать наши вещи вот сюда, в магазин. Да. Отлично, ребята. Так. В принципе, да, выключаем. Сейчас вот так. И вот так. Отлично, ребята. Идем, забираем наши вещи. В каком они сундук? Они вроде вот в этом сундуке. Да. Так. Вот. Что я вспомнил, реально. Берем 5 алмазов. Так как этот, в принципе, рюкзак, он уже как бы и маленький, да, и почти что места в нем нету. Но этот рюкзак будет у нас для покеболов, которые мы там, в принципе, складываем, да. А вот этот рюкзак, что мы сейчас купим, будет там для чего-то другого. Так. Отлично. Этот рюкзак у нас большой, поэтому. Да, огромный рюкзак. Так. Сейчас. Так. Нет, сейчас. А, не, как раз. Лопаты нету, сейчас пойдем сделаем. Алмазную, да. Сейчас уже можно и алмазную делать. Вот так, отлично. Так, побежали. Там кто-то есть? Или мне показалось?
так, ну, в смысле, покемон какой-то в дом забежал и что-то такое. Так, вот сюда, сюда, сюда. Вот так. Да, сюда. Так. И вот так. Отлично. Да. А, не-не-не, там еще. Еще. Так, да. Сейчас. Опять дерево забыл. А, да, ну да, 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 так. Сделаем себе лопату. Так. Да. Отлично. Так, тут еще. Сейчас. Сейчас. Этот пока что вот тоже сюда положим. А, это нельзя бэкпак в бэкпак положить. Ну, в принципе, логично. Так. Давайте пойдем куда-то отсюда. Так. Да. Так. Ну что ж, ребята, что ж, ребята, сейчас давайте мы, в принципе, пойдем прокачивать дальше наших покемонов, да. Наверное, в следующей серии мы уже попродаем вот эти все штучки, ну, вещи в наш магазин, да, чтобы много себе алмазов уже сделать, да. Так. Вот. Идем мы прокачивать вот этого покемона. Так. Сколько у него там еще, в принципе, осталось? Сейчас мы посмотрим. Так. Так, сейчас. Сколько там у него уже? Ну, нормально, так нормально. Так. Ну да. И глибафа мы, наверное, вот так, ребята, эволюционируем. Сейчас я покажу, как, наверное, с помощью раркенди. Так, пойдем, возьмем себе алмазы. Сейчас можно, например, там взять 20 алмазов, да? И 27 еще осталось. Нет, ну, в принципе, алмазов у нас как бы сейчас нормально, да, будет как бы, когда мы... когда мы все попродаем, да. Так. Да я же 20 взял. Ладно. 300 раркенди, ребята, нормально. Ух ты, громила. Так. Сейчас. Вот что я еще думаю. А ну, как это вот делается? Сейчас. Сделаем себе наковальню, чтобы ремонтировать наши вещи с помощью алмазов, а не с помощью уровней, так как, в принципе, реально алмазов хватит, мне так кажется. Если бы я помнил, как она делается.
Да, вот так отлично. И поставим ее, в принципе, да, вот рядом с этой. Отлично. Сколько она там будет стоить? А, ну, в принципе, пока что не показывает. Хотя нет, давайте как раз сейчас ее отремонтируем. Чуть-чуть, конечно, там у нее, но можно отремонтировать. Да, потратили почти что стак алмазов. Не, ну стак не стак, сколько там было, где-то 40 штук, 50. Чтобы ее отремонтировать, нужно 25 алмазов. Да нет, тут один потребовало. Ладно, потом. Наверное, реально 25 алмазов там нужно ли. Фиг его знает, короче, посмотрим потом. Так. Хотя нет, возьмем эти 13 алмазов, да. Так, раркенди есть у нас? Да, мы купили. Отлично. Сейчас мы посмотрим, будет ли действительно вот это так эволюционировать. Так. Вызываем ее. Так. Это еще что такое? Что-то алмазы как-то эти. Во. Что за хрень? Ладно. Так, сколько у тебя уже? Ух. Походу не хватит вот этих алмазов. Хотя. Но она вроде вот так эволюционирует с помощью счастья, как я помню. Во, действительно, да, эволюционирует. Ни хрена себе, 57 уровень. Да. Наверное, голбата мы тоже так докачаем, я так думаю. Так, Джиглипаф. Так, это еще за мной бегаешь. Ну, в принципе, да, ракенди в руке были. Джиглипаф, да. Джиглипуф. Ее мы, наверное, все-таки эволюционируем уже в следующем эпизоде, ребята. Давайте. Я забыл на него вот ту хрень надеть. Не вот ту хрень. Ладно, сколько у тебя? 226, да, а у тебя сколько? 120. 120, 120, 120. Уже купим. Уже пускай купим. В следующем эпизоде, ребята, мы, наверное, кучу себе алмазов накупуем, да. Так. И сейчас давайте уже его эволюционируем. Так, сколько у тебя там? Вот, отлично. Эволюционирует. Отлично. Ух ты, красавец. Ну, красивый, красивый покемон такой. Прикольный. Ладно. Ну, в принципе, он не шайни, да, поэтому. Поставим мы его в компьютер и его Джиглипафа, да. Сейчас, что нужно, что нужно? В принципе, ребят, в этом эпизоде мы эволюционировали, да, двух покемонов, как бы, которые эволюционировали с помощью счастья, да. Мы, ну, как бы я показал, да, что я достроил так, город, ну, почти, ну, как бы достроил, да, что сейчас у нас, что сейчас можно достроить, да. Небольшие поправки или изменения, или как это можно назвать,
небольшие изменения в городе, как бы. Ну, как-то так, короче. Ну, в принципе, ребята, давайте, наверное, все-таки на этом мы уже закончим. В следующем эпизоде мы купим себе кучу алмазов, да, как я говорил. И действительно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.